Ребят, всем большой привет! Готовы освоить новую песню, которая удивит всех друзей, вот наповал. Сегодня разбираем песню LG «Розовое вино». Рассматривайте данную песню, как и все другие песни, как материал для освоения новых боев, новых аккордов, новых приемов игры. А не думайте банально, типа, что за попсовая песня, не буду-ка я ее учить. Это же для вашей же пользы. Потому что я хочу показать сегодня очень-очень крутые бои, которые вы научитесь играть. Все эти фишки, это круто исполнять на гитаре и удивлять друзей. Если данная версия песни покажется вам сложной, то есть в моем исполнении, которая прозвучала, я советую вам перейти на канал Guitar One, где найдете данный же разбор данной песни в более легком виде. Сейчас слушаем мой кавер на эту песню и приступаем к разбору. Поехали! Здесь так красиво, я перестаю дышать, нет. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать, нет. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я, не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Мы уже в океане, дискотека, алкоголь и марихуана. No stress, а вайм как командант. Dance, dance, kiss, kiss, дыхай мне через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках, кэс, фэкс. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, и вокруг так пиздата. Байкин, глажки, а я без башки. Но не будем мы играть, кошки-мышки. Твои лодыжки уже далеко зашли. Я хочу тебя, еще хочу сечку. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Итак, приступим к разбору. Посмотрим сначала аккорды песни. Тональность песни Си бемоль минор, ББМ, шестой лад. Вот таким образом зажимается. Второй аккорд Д, Б, то есть Ре бемоль мажор. Следующий аккорд Соль бемоль мажор. И Ля бемоль мажор. То есть 4 аккорда крутятся в течение всей песни. Так что 100 раз не буду их называть, просто один раз. Сядьте, посмотрите, как берутся, запомните и играйте, короче. А песню начинается с таким вот перебором. Дергаю 6-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю. И на каждом из аккордов. Начинаем петь уже. Здесь так красиво, я перестаю дышать, нет. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Отлично. Потом можно начинать куплет, а можно еще раз это же самое спеть уже с нормальным клубным боем. То есть сейчас я его покажу, и его надо будет использовать в последующих припевах тоже. Аккорд си бемоль минор берем и делаем такие удары. Вниз, вверх хлопок. Хлопок это проезжаемся ногтями и блокируем. Вот это нужно сделать. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок. Два раза вверх нужно после этого сделать. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх. Еще раз. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. И добавляем еще. Вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. По инерции, то есть. Доигрываем. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Думаю,
понятно. И уже ускоряемся. Теперь делим данный бой на пополам. То есть на си бемоль минор играем два удара. Еще раз. Вот таким образом нужно поделить. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. То же самое на аккорде соль бемоль минор. Соль бемоль мажор. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. То есть на соль бемоль мажор пополам аккорды и на аккорде ля бемоль мажор. Еще раз. Это вот кирпичиком, если посмотреть, очень медленно. А теперь уже как это все, если сольем в один единственный бой, в один большой поток. Как это звучит? Этот бой нам пригодится, обязательно учим медленно, пока не получится. Сейчас покажу мелодию. Просто нужно попасть в эту мелодию голосом, то есть совпасть со звучанием гитары, и тогда уже точно споете. Здесь так красиво, я перестаю дышать, нет. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом в наших стаканах. Дальше начинается куплет. Я его играю вот таким вот перебором. Можно по-разному играть, но у меня нелегкий перебор получается. На аккорде ля бемоль минор дергаю шестую, третью, вторую струну вместе. Потом дергаю четвертую и делаю хлопок. Потом резко перехожу на аккорд ре бемоль мажор и дергаю тоже бас и третью, вторую струну. Потом четвертую, пятую. Вниз, вверх. То есть... Еще раз. Еще раз. И здесь то же самое на соль бемоль мажоре. И на ля бемоль мажоре доигрываем. Просто бас в каждом из этих аккордов разный. Здесь шестая басовая струна, только на аккорде ре бемоль мажор у нас пятая басовая струна. Итого. Можно вот таким образом играть и ускорять, ускорять, ускорять надо. Очень крутой перебор. Учите, будет полезно играть. Если научитесь играть эти все бои, просто вам цены не будет, потому что это нелегкие бои, нелегкие переборы тоже, но они звучат очень-очень круто. Я не думаю, что где-то вас еще научат играть таким вот перебором. Уже можно начинать петь. Начинать петь нужно за такта, когда будем на аккорде ля бемоль мажор. Девочка пятницу не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я, не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Эй, эй. То есть вообще не напрягаясь, там что-то вверх-вниз не делаю. По сути вообще расслабленно легко нужно играть таким образом. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я, не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я, не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Окей, что петь в голосе довольно низко, по парням вообще отлично будет. То есть три ноты: фа, ре бемоль, ми бемоль.
И будет еще один прыжок на ноту ля бемоль. То есть можно взять на третьем ладу первый лад. Получается, это в том самом месте. Какая разница, где я не отвечаю на номера. То есть все время вот эти 4-3 ноты повторяются, еще вот эта нота добавляется. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать, я хочу угорать, я хочу угорать. Опять-таки эти же все ноты. Ничего сложного в этой части, потом уже чуть сложнее. Сейчас пойдем дальше, поем. Дальше идет такая фраза, мы уже в океане. Дискотека алкоголя и марихуаны. Просто проводим вниз по аккордам. No stress, Hawaiian, как командант. Dance, dance. Кис, кис, дыхание через кэс, через кэс. Моя хорошая палочка кэс, кэс. Ай, набор слов. А потом начинается такой вот бой. Тоже легкий. Набираем динамику, чтобы мощно бомбануть уже в припеве. То есть вот такой вот бой. Нужно будет расслаблять левую руку, чтобы этот бой звучал круто. Делаем на аккорде си бемоль минор. То есть вниз, вверх, вниз. Но за вторым ударом вниз у нас струны уже блокированы. То есть расслабляем пальцы, чтобы ничего не звучало. И так еще раз нужно сыграть. И потом один удар вниз. И в конце уже удар вниз, вверх на блокированных струнах. На блокированных вниз вверх. Еще раз напомню, это когда мы расслабляем пальцы и не зажимаем аккорд. Получается цельно. Еще раз. Вниз и вниз вверх на блокированных. Очень просто. Пробуем. Делим бой пополам. Теперь ускоримся. И все. Попробуем спеть. Мы уже в океане, дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, Hawaiian, как and dance, dance, dance. Кис, кис, дыхай меня через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Потом начинаются те же слова, что и в припеве, только в два раза быстрее. То есть здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака фиолетовые, вату фиолетовые. То есть начинается бой в правой руке, который используется в припеве. Мы его уже рассмотрели, должно быть все легко и просто. То есть все, допиваем этим самым куплет, и начинается припев. Здесь так красиво, я перестаю дышать, нет. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом в наших стаканах. Один раз пели, и начинается второй куплет. Простите за треск, потому что очень сильно бью. Прям когда круто, когда прет, хочется сильнее мочить, и поэтому трещит. Второй куплет начинается также с затакта, но поется довольно высоко. Если что, можно будет спустить на октаву ниже. Я бы жил в этом лете, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, будто пальмовалом в закате. Мы на гребне волны скользим и катим, все, что так долго копили, тратим. Все, что так долго копили, нам придется сегодня потратить. Ноты си бемоль, третий лад, третья струны. Нота фа, вторая струна на шестом ладу. Потом четвертый лад, ми бемоль и ре бемоль. То есть
Я бы жил в этом лете, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, пальмы и ветер. И тут на октаву ниже идем, то же самое нужно спеть. То есть, будто пальмовалом закате. Нота ре бемоль и нота ми бемоль. Кому тяжело, можно сразу здесь петь. То есть, не отсюда, а отсюда си бемоль. То же самое. Я бы жил в этом лете, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, пальмы и ветер, будто пальмовалом закате. То есть, поете на октаву ниже и должно быть проще. Ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Благодарю вас за просмотр видео. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта и оставаться с нами в большой семье. Кто еще не смог спеть данную песню и не может спеть другие песни, но очень и очень хочет скорее научиться петь, дабы исполнять свои любимые песни, хочу донести такую информацию. Мы с преподавателем Оксаной Шигаповой наконец-таки доделали курс вокальный, который посвящен новичкам, которые хотят обучиться петь в домашних условиях. Это революционный курс, единственный в своем роде. То есть в домашних условиях любой желающий может освоить вокал. Вот этому посвящен наш курс под названием «Учимся петь легко». Я просто нереально голову долго ломал над тем, какие упражнения можно придумать, чтобы человек мог запеть, потому что объяснить это тяжелее, чем на гитаре показать что-либо. И все свои знания, весь свой опыт я вложил в этот курс. Поэтому очень-очень надеюсь, что ты запоешь очень скоро. Наши мечты сбываются, если мы будем работать над ними. Всем до скорых встреч. Спасибо большое за внимание. Пока.